Всем привет, друзья! С вами снова Владимир Чайкин, и мы снова в походе. И сегодня будет маленький лайфхак о том, как заменить компас при помощи обычной иголки. Известный способ, во всех советских учебниках по ОБЖ он был расписан. Сейчас мы в плане эксперимента будем его проверять. Как же сделать компас при помощи обычной иголки? Для нашего способа нам понадобится емкость для воды, желательно, чтобы она была не металлическая, иначе наш самодельный компас будет давать сбои. Ну и понадобится вода. В принципе, можно обойтись и без емкости, использовав для этого любую попавшуюся вам по дороге лужу. Но для удобства мы будем пользоваться кружкой. Для того, чтобы было нагляднее, я положил сюда компас, чтобы мы могли проверить, насколько точно будет показывать наш самодельный компас. Красная стрелка показывает на север. Если кому интересно, что это за кружка, это кружка-купилка, у нас есть на нее обзор. И наливаем в кружку воды. Теперь берем иголку, нужно ее намагнитить. Намагнитить ее можно, потерев об шерстяную какую-нибудь вещь, например, мы будем использовать свитер. Ну или если у вас нету какой-то шерстяной вещи, то можно потереть ее просто об волосы. Она тоже намагнитится, в принципе. Ну, давайте потрем ее об свитер. Натираем конец иголки об шерстяную вещь. Теперь нам нужна такая штука, на которой наша иголка будет плавать по нашей кружке с водой. Можно использовать, конечно, любую кору там, или кусочек дерева, положить на него иголку. Ну, у нас под рукой ближе есть коробок спичек. От него мы отрываем небольшой кусочек фанерки этой. Вот. Я думаю, этого нам будет достаточно. И на наш кусочек фанерки кладем намагниченную иголку. Теперь запускаем нашу иголку в плавание по кружке. Красная магнитная компасная стрелка указывает на север. Ну и, соответственно, намагниченный конец нашей иголки тоже должен указать в итоге на север. Теперь нужно аккуратно его погрузить, наш плод, на поверхность воды и ждать, потому что это займет некоторое время. Мы видим, что иголка начала понемногу разворачиваться. Конкретно себе так крутится. Ну, я думаю, понятно, да, что иголка указывает на север. Вот этот намагниченный конец, соответственно, вот компасная стрелка тоже указывает на север. В общем, на удивление, способ этот действенный и работает он на все 100%. Указывает реально точно на север, идентичен компасу. Вот, реально работает этот способ с намагниченной иголкой. Так что, если вдруг вы где-то потерялись, у вас нету с собой компаса, можно воспользоваться вот такой вот иголкой, намагнитив ее об шерсть или об собственные волосы. Надеюсь, кому-то будет полезен и интересен этот способ. С вами был Владимир Чайкин. Таня снимала меня на камеру. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь также на нашу группу ВКонтакте. Ну и, конечно, ходите в походы, друзья. Всем пока!